И всем привет, с вами Макс Безо 12 с группы 7 Different Skies of Smoke. И сегодня мы будем проходить карту Village of the Cursed. Или же, как она переводится, Деревня Проклятых. Что ж, давайте посмотрим. Угу. И тебя вылечим. О. И тебя вылечим, и меня вылечит. Блин, ну ребята, ну вот теперь вот не пишите в скайп, я теперь записываю. Скажи по бездрасте! Я, конечно, сейчас записываю в немного пьяном состоянии, но вы теперь можете увидеть, как играет Макс 512 пьяный. Как вы видите, он играет намного хуже, чем трезвый Макс 512. То есть в данный момент я сейчас двулищен. Да, и конечно же извините за то, что у меня как бы вот вот тут неправильно модельки изображаются, но по сути я модельки взял для того, чтобы они отображались как в Xbox версии. Я не знаю, как будет играть пьяный Макс 512, лучше или хуже, но давайте посмотрим. Врагу не сдается наш гордый варяг. Вот нет бы, да, взяли музыку секс-ящика. Было бы намного прикольнее, а то, что стандартная музыка, конечно, немного напрягает. Я хотел выложить музыку Xbox, а то, что поставить триггеры и еще прочее, но... Воркшоп, к сожалению, не поддерживает файлы больше 150 мегабайт, и... К сожалению, я не могу выложить свой контент, но, может быть, скоро, в ближайшем будущем, я выложу свои уровни с Xbox на HD, чтобы вы послушали эксклюзив X-ящика, то есть там уровни поделены на две части, чтобы вы послушали этот эксклюзив, скажем так. Да умрите вы, скотины!
хоть я и пьяный, но это не значит, что я играю хуже. Вот и все. Блин. Секретная жабка. Да. Вот дерьмо. Вот так. Ладно. Ребята, ну не пишите, я теперь пытаюсь записывать. Да. Правда, вряд ли они меня слышат. Чего ждем, уважаемый? Пошел вон от меня! Иди вон, тебе там самое место. Дерьмо. А я тебя замумил. Интересно то, что я тебя пьяным обозреваю. Сдохни. Ой, блин. Ага. Отлично, и еще этот кусок говна нас встречает. Сдохни, тварь.
Ой, и все патроны дались, отлично. Правда, я не думаю, что нам все оружие вылезет. Но... Хрен с ним. Куски говна, вы меня не возьмете живым! Что это за хрень была, я не понял. Не, лучше пускай будет нормальная луна, а то в моем пьяном состоянии вот это вот как-то не очень красивое, скажем так. Дерьмо. Интересно, тут можно так же схалтурить? Ха-ха-ха! А тут можно так же схалтурить. Ага. Вот так вот. Да идите вы нафиг! Блин, это 31 хп, ну вообще шикарно. Что-нибудь... Блин. Да не билиться, а так хотелось. Фу. 31 хп. Блин, жаль, лазер-то никакой нет. Хотя, есть альтернатива. Но... Тебя только не хватало, кусок мяса! Блин, 17 хп оставил, ну вообще шикарно. Хотя...
Что я еще одного... А вот. Ну, давай, давай, давай. Молодец. О, чёрт. Блин, уже огнемет как-то кончается. Это не к добру. И все меня поджидают. Да блин, и даже снайперки нету, и... Чтоб хотя бы снять этих тварей. Ладно. О! А вот и снайперка, в самый нужный момент. Блин, мне не нравится этот звук. Сим-сим, откройся. Хрен там. Не трогай пьяного Макс 512. Сейчас тут начнется какое-то дикое месиво. Раздается столько патронов сразу. Ну да, конечно. Испугал ежа. О!
скажи папе здрасте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я чуть не вкусил. 2 хп осталось. Опять. Фу. Еле выжил, мать вашу. Хотя, в принципе, я, конечно, выругнулся матом, но я, по крайней мере, контролирую себя. Патроны не помешают. Что-то слышу кого-то, но не понимаю где. Окей. Да. Что, в камни попал, хотите сказать? Ладно. Вот и все. И ладно. Вот дерьмо. Вот и все. Попробуем тут затихариться. И она ничего нам не сделает. Так.
Гори в аду, кусок говна! Тебя спалим, не боись. Ай. Фу, вроде как прошли. Опять же, эта карта копипаст. И, как обычно, копипасту я ставлю 4 из 5. В общем, с вами был пьяный Макс 512 из группы 7 Different Skies of Smoke. В общем, всем пока.